траву шуют пустые дома, в них никого, лишь огонек вдали тоскует. Кто здесь живет и для чего? Здравствуйте, дорогие жители нашего города! Сегодня, в этот осенний день, мы рады видеть вас на областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». А для вас с музыкальным подарком выступают коллективы Дома культуры имени Владимира Ильича Ленина. Gonna drop 'em and 50 ain't rockin' with 'em no more. It's okay, I get it poppin'. Move it, boy. Move it, boy. Move it, boy. Главе городского округа Красноармейск Александру Борисовичу Федорову. Добрый день, уважаемые друзья. Рад, что все нашли время с утра в субботу прийти и принять участие в нашей экологической акции «Посади свое дерево». После столь прекрасных номеров не хочется, чтобы вот этот жар такого прям хорошего настроения пропал, поэтому всех призываю принять участие, пойти вместе с нами, посадить свое дерево и потом, гуляя здесь, в нашей любимой всеми рекреационной зоне, наблюдать, как они растут. Всех призываю пройти к своему дереву и посадить его. Спасибо! Чтобы помнили потомки, что он делал все не зря. Человек сажал деревья, он немногословен был. Стену он сломал, не веря, просто землю он любил. Повидал он в жизни много, знал и голод, и войну. Крепкий дух его подмогу каждый чуял за версту. Но не верили соседи, как же можно одному посадить в долине лес и обогатить страну. Человек сажал деревья, он немногословен был. Землю он любил, просто родину любил.
деревья. Он немногословен,